Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я получила заказ по каталогу номер 11 от компании Oriflame. У меня в заказе много новинок и подарков, и я вам сейчас все покажу. И начнем с самого объемного и огромного. Это рюкзак, я его получила за 1 рубль всего, и он идет по акции. Надо было собирать спонсорские баллы и потом обменивать их на подарки. Вот я выбрала рюкзак помимо других подарков, пришлось его, правда, немножко подождать, но оно того стоило. Рюкзак просто нереально крутой, он антивандальный, у него молния внутри, я его уже смотрела, внутри море всяких кармашков. На всякий случай покажу, вдруг он будет потом просто где-нибудь в распродаже, и обязательно его закажу. Скажите, он просто очень крутой, особенно для путешествий, если ноутбук возить, потому что здесь есть отделение, вот тут вот огромное отделение, сюда помещается большой ноутбук, а все кармашки такие вот пропоролоненные, ну не знаю, поролон или какой-то специальный материал, он плотный поролон, потому что мягкий, подвесной карман тоже и еще отсек такой, то есть очень много всяких кармашков, и есть даже отдельный, забыл как называется, ну блок питания для зарядки телефона, то есть это дополнительный плюс к этому, ко всем его преимуществам. На спине он удобный и большой, очень вместительный. Вот, рассказала вам про рюкзак, уберу его в сторону, чтобы не мешал. Так, далее сразу покажу, что я рекомендую заказывать. Это пакетики, набор 10 пакетиков, код 527015, по-моему. Ну вы начнете вводить 527 и вам подсказка выйдет. Такие маленькие пакетики, в которые я вкладываю продукцию, которую заказывают клиенты. Это такой небольшой сервис для того, чтобы была лояльность от клиентов. Я заказываю сразу несколько наборов, вот у меня три, потому что я потом забываю и не в чем отнести заказы, поэтому я сразу беру три набора, мне хватит надолго, потом еще перезакажу, когда нужна, появится необходимость такая. Так, сразу в начале каталога я рекомендую заказывать набор, который состоит из нового каталога, который будет следующий период, это каталог номер 12, пробник новинки аромата Valeure Moments. Давайте попробуем, интересно же, капельку хотя бы. Специально сегодня не пользовалась ароматами, потому что знала, что меня ждут новинки. Какой вкусненький, очень вкусный, нотки сладенькие, розы чувствуются, то есть это такой аромат, который для тех, кто любит сладковатые цветочные ароматы, он будет просто идеальный, как сейчас модное название — фиалковый, ну хотя в составе больше как бы преобладает роза. Так, и два пробника еще, тональная основа On Color и или On Color и Novage. Здесь у нас дневной крем лифтинг с SPF, с SPF каким? 15. То есть вот весь этот набор получился 69 рублей. Отличное, выгодное предложение, я всегда рекомендую им пользоваться. Замечательный вариант, чтобы были и подарочки для клиентов, попробовать новинки и был новый каталог. Так, далее давайте тоже подарок посмотрим. Здесь у меня бутылка тоже по акции за спонсорские баллы, нужно было регистрировать людей, и если они делают заказы, баллы суммировались, и теперь мы эти баллы меняем вот на продукцию. Итак, что же у нас здесь? Силиконовая бутылочка, она непрозрачная, для чего-то здесь есть мера, мера есть, но никак невозможно увидеть, сколько же здесь налито. На пол-литра бутылка, удобная крышка, удобная крышечка, то есть она вот так на кнопочку нажимаешь, открывается, закрывается, есть замочек вот такой, чтобы не открывалась крышка при случайном нажатии, есть карабинчик, то есть если ее нужно повесить к рюкзаку или еще куда-то, и есть такая держалка тоже силиконовая. Шикарная бутылка, я так ее хотела, просто просто нереально. Смотрите еще что классно, если вам нужно взять немножко воды и, например, сумочка узкая, то можно вот так чуть-чуть сдавить, набрать воды чуть-чуть, выпустить воздух и закрыть, и получится вот такая плоская бутылка. Очень круто, я прям очень ей рада. Единственное, что такая бутылочка будет неудобная для велосипеда, у меня, например, в велосипеде есть специальный держатель металлический, такая бутылка там уже держаться не будет, но значит это будет для других целей, на рюкзак будем крепить. Так,
Сейчас я ее наполню воздухом. Открывайся. Так, закрывайся. Стой здесь. Красивая бутылка. Люблю этот цвет. Со скидкой 50% я взяла аромат Infinita. Шикарный, просто один из моих любимых ароматов. Насколько вот меня трудно уже удивить, потому что в Oriflame столько классных ароматов. И когда выходят новые, обычно у меня такого прям вау не бывает уже в последнее время. Редко так у меня вызывает восторг. И вот этот аромат у меня реально вызвал восторг. Просто фантастически классный. Можете посмотреть мой обзор на канале, когда я вот этот аромат раскрыла для себя, поносила немножечко и просто выдала там свое отношение к нему. Ну, это очень крутой аромат. Я рекомендую. Рекомендую всем. Так, далее, за участие в акции «Жаркие скидки» я выбрала набор Giordani Gold. Он получается, ну, 600 рублей, по-моему, там с чем-то. То есть в среднем один продукт стоит всего лишь 200 рублей. И набор этот включает в себя подводку, жидкую черную, роскошная подводка. У меня, кстати, такая есть, но даже если я ее в ближайшее время себе, конечно, не открою, я ее могу продать, могу подарить. Далее пудра Giordani Gold. Пудра новый, у меня такой пудры нет. Кстати, сейчас пользуюсь пудрой бронзером, я от нее просто в восторге. Так, здесь так, пудра, сейчас, секундочку. Ага, отличный оттенок под загар. Ой, супер хороший тон такой положили. Сейчас вам поближе покажу, потому что, может быть, вы еще не забрали свой подарок, поэтому вот рассмотрите такой вариант, как взять набор. Смотрите, пудра с зеркальцем и с пуховкой. Очень хорошо, также и себе можно, и роскошный подарок, можно акцию какую-то устроить для клиентов, какие-то подарки, или просто продать. И один оттенок помады, сейчас посмотрим, какой здесь тон. Мне вложили Cherry Love, оттенок 304-59, я думаю, он будет темный. Да, темный цвет, сейчас вам поближе покажу. Так, темный, сочный такой, вишневый, спелая вишня, такая же прям черешневый оттенок, очень спелый, сочный. Ставьте 200 рублей один продукт, очень хорошее предложение, поэтому я, конечно же, сразу сказала, да, Giordani мне очень нравится. Хотя там и другие наборы очень интересные. Мне понравился набор, где гель, крем для рук и смягчающее средство, тоже очень классный. Так, далее, ну, естественно, витамины в заказе, они у нас идут по программе подписки, как всегда, это выгоднее всего, мужские, женские, мне, Миша. А почему это выгодно? Если вы оформите подписку на витамины, во-первых, вы можете в любой момент от нее отказаться, во-вторых, если вы берете в каталоге раз витаминки, в следующем каталоге вторые витаминки, в третьем третий за деньги, в четвертом каталоге они приходят бесплатно. Представляете, как выгодно? Если разделить на калькуляторе, все посчитать, то, конечно, выгода ощущается моментально. Так, что я всем рекомендовала? Камчатку неизведанную, она идет по очень хорошей скидке. Я считаю, что это одно из самых выгодных предложений каталога. Приятнейший аромат, некоторые люди просто считают, что это лучший аромат в Oriflame. Мне просто есть знакомый, который только его всегда заказывает, этот гель и мыло. Я доверяю ее вкусу, да, это очень классный аромат, и объем 400 миллилитров. Далее, под заказ и один не под заказ. Giordani Gold Essential. Смотрите, это маленькая упаковка, 8 миллилитров, вот такие вот флакончики с дозаторами. То есть с распылителем, не с дозатором, а с распылителем. Это просто как маленькие туалетные водички. Удобно носить с собой, брать в путешествие, чтобы не тащить с собой большой флакон 50 миллилитров. И, кстати, 8 миллилитров очень надолго хватает. Вот у меня на 2 недели, потому что я обильно пользовалась, у меня ушло половиночка, даже меньше половины такого флакона. Я считаю, что это отлично, особенно тем, кто не знает, подойдет аромат или нет. Можно взять разные, менять их, чередовать и выбирать. И если в какой-то влюбляется человек, то уже можно брать большой, чтобы дома пользоваться, потому что, конечно, большой повыгоднее получается, ну, если так считать, да, большой, наверное, все-таки выгоднее. Ну, небольшая разница, поэтому, я думаю, можно себя и побаловать. Так, один под заказ, один пока еще не нашел своего владельца.
Скраб для тела, мед и молоко. Один из лучших скрабов, которые я пробовала в своей жизни. А я их пробовала немало, потому что я скраба-маньяк. Я очень люблю скрабы, я их просто обожаю. Было время, я даже сама какие-то скрабы месила с кофе и так далее. Но сейчас нет необходимости тратить время и переводить продукты домашние, делать какие-то скрабы, неизвестно, да, как они повлияют на кожу. Мы берем готовые скрабы. У меня их количество 5 штук. Один, правда, я для клиентки заказала, а 4 для нас. Говорят, их уже нет на складе. Неужели правда? Это шикарный скраб. Он очень похож на мед. Вот просто его выдавливаешь, как будто мед слегка засахаренный. И вот эти сахаринки, они приятно отшелушивают кожу. Я уже не говорю, какой от него аромат приятный. Его просто приятно вдыхать и вдыхать и вдыхать. Он не надоедает, по крайней мере, мне никогда не надоедает. Я люблю мед, и мне нравятся все продукты, пчелопродукты, да, все медовые. Вкусный, классный, кожа мягкая после него, не сушит, не царапучий, то есть настолько комфортный. Вот, поэтому, если будет возможность, закажите себе такой обязательно. Так, внутрикомплекс для волос и ногтей. Пока взяла одну пачку, надеюсь, еще останутся они, потому что нужно будет докупить весь курс, чтобы сделать целый курс витаминок. Внутрикомплекс, он идет целевого действия для волос и ногтей. То есть если вы хотите и ставите себе цель укрепить волосы, да, утолстить волосы, сделать их более блестящими, чтобы они лучше росли, то обращайтесь к внутрикомплексу. Вот он это делает. Во-первых, сразу видно результат, когда начинаешь пить, уже прям в течение 2 недель организм напитывается этими витаминами, и волосы меняются по структуре, они как будто плотнее становятся со временем, да, клеточки обновляются всего тела, и волосы обновляются, естественно, и волос растет совсем другой. То есть вы не думаете, что вы пачку пропьете и у вас сразу мега результат, коса до пояса. Нет, конечно, организму надо время, чтобы, да, чтобы это выдать, потому что волос должен отрасти, тот, который будет вот этим красивым и живым. Вот я благодаря нашим витаминам, плюс еще коктейль белковый наш, я очень быстро отрастила волосы. Сейчас я опять начинаю эту терапию, хочу опять вернуться в длиннющую косу, и я хочу пропить курс внутрикомплекса. Начала пить коктейль более активно, потому что было время какое-то, ну как-то надоедает, наверное, приедается. Я мало пила коктейль, крайне редко, когда уж прям проголодаюсь, там как перекус. А сейчас я буду пить его регулярно, чтобы напитать волосы, и они начнут расти еще быстрее и еще лучше. Вот. Кто со мной на отращивание? Ой, вы знаете, я с распродажи взяла несколько продуктов. Кстати, мне кажется, я еще шампунь заказывала, что-то я его не вижу. Я, может быть, забыла, потому что я переделывала заказ немножко. Смотрите, это кондиционер для волос разглаживающий. То, что надо. То есть если волосы немного пересушенные, их надо увлажнить, чтобы они были более гладкие, чтобы не пользоваться феном, утюжками или утюжком. Вот, я взяла 3 кондиционера. Это была, и может быть, сейчас еще можно заказать, распродажа на втором шаге. То есть когда вы из корзины нажимаете далее, то там много-много продуктов, которые можно взять со скидками. Я там частенько вылавливаю что-то такое классное, интересное. Вот, кстати, там сейчас есть шапочка для масок. Я ее купила по полной стоимости, а сейчас ее там за 200 с чем-то рублей всего можно взять. Я вам завидую, возьмите, маску, очень классная. Так, это сюда поставим. Далее я заказала дочке очищающее средство для кожи лица. Мне интересно, как оно выглядит, это гель или молочко? По-моему, гель. Я попробую сама. Пахнет вкусно. Апельсин и абрикос, сочетание. Обалдеть, какой вкусный. О, гель. Просто гель. Я люблю гели, я не люблю молочком умываться. Я люблю, чтобы гель и немножко пенился, и был таким вот активненьким, чтобы я прям чувствовала, как у меня кожа вот прям отмывается. Я даже вот сейчас очень жарко, я вчера один раз умылась со своим гель-тоником Novage. С меня столько всего, и тоналка, и пудра, вот эта пудра, бронзер от Giordani.
Я еще раз умылась, и вот когда уже прям чистота до скрипа, я балдею от этого. Классно. Так, дальше. Подождите. Это тоже с распродажи Glacier Rock. Мужской аромат. Его сняли с производства. Сейчас обновили всю коллекцию Glacier. Я взяла с огромной скидкой. Мне кажется, этот аромат очень вкусный. Я вот его помню, что он мне очень нравился. И я его подарю кому-нибудь или продам. Я не знаю, просто увидела, когда эту скидку, думаю, надо взять. Потому что это такое выгодное предложение. А у меня часто такое бывает. То тишина, тишина, а потом всем вдруг сразу нужны мужские ароматы. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня в запасе хотя бы 3 мужских аромата было разных, разноплановых, и чтобы был выбор. И чтобы сразу. Вот клиенты любят, чтобы сразу. Поэтому вот если есть возможность, я беру всегда со скидкой. Так, далее у меня крутые штучки. Это стики из серии The One. Сейчас я вам их покажу. Упаковка похожа на хайлайтер. Новый хайлайтер The One, он точно такой же коробочки, только она была посветлее. Это более насыщенная. И я взяла все разное. Так, а чем я буду открывать? Вот, открылась. Получается, я взяла себе для контуринга один стик. Где он? Откройся. Один и два стика мне прислали как официальному обозревателю, чтобы я их протестировала и рассказала вам, что это такое. Вот как раз у меня для контуринга. Это то, что я выбрала. Слушайте, он так блестит. Вот этот первый глянец. Красиво, очень красиво. Сейчас все попробуем. Обязательно сделаю с ними макияж, все запишем, покажем. Не могу коробочку открыть, как ее открыть? Чем-нибудь бы поддеть остреньким. Сейчас подумаю, чем поддеть. Пока посмотрим. Здесь у меня румяна. Такой приятный цвет. Вот я люблю, чтобы был розовый, но натуральный, кстати, прям под ногти. Бывает розовый такой кукольный оттенок, и он очень хорошо подходит, ну, девчонкам, молоденьким, подросткам. А вот я люблю такой вот нежный, натуральный цвет, очень красиво. Так, как же мне открыть эту коробку? Я не хочу ее рвать, не знаю почему. Ну ладно, буду рвать, не открывается, не хочет. Буду как варвар ее рвать, вот так вот делать. Да, хайлайтер. О, как блестит, красиво, красиво. Давайте попробую на руке и вам все покажу, так, чтобы вам видно было. Хайлайтер в розовиночку идет, слегка розовый, очень приятный цвет, ничем не пахнет абсолютно. Румяна тоже не пахнут абсолютно. Кстати, это хорошо, особенно в жару. Мне так нравится, чтобы не смешивались ароматы. Румяна, вот, как я и говорила, такой натуральный, естественный оттенок. И контуринг. Ух ты! На самом деле, здесь он смотрится светлее, в деле он темный. Я так хочу попробовать контуринг сделать, потому что у нас ранее не было такого продукта очевидного вот прям для контуринга. Сейчас все получится. Видно? Потом близко запишем макияж, прям вблизи, и вы все посмотрите. Замечательные продукты и ничем не пахнут. И мне нравится их дизайн. Такой хорошенький карандашик, он как бы лаконичный, ничего лишнего, небольшой, в косметичке поместится, просто замечательно. Так, все закрываем. Супер. И это еще не все. Как раз я вам хотела показать масло для волос с миндалем. Так, хотела его попробовать, думаю, попробую, если понравится, как волосы себя поведут, и закажу потом еще несколько штук. А сегодня посмотрела, их нет на складе. Признавайтесь, кто разобрал. Капельку капну и попробуем. Какой аромат! Он такой тонкий, такой нежный. Очень-очень вкусный.
Просто восхитительно масло для тела и волос. То есть мы его наносим на волосы и оставляем впитаться. Надо пробовать по-разному, как ваши волосы будут его воспринимать. Может быть, надо смыть, можно оставлять. То есть все зависит от волос, от структуры волос, от того, как он, волос ваш реагирует, нравится ему или нет масло. Это, опять же, все масла разные. Какое-то может понравиться и можно его не смывать, а какое-то надо будет смыть. В любом случае попробую, тоже расскажу свои впечатления обязательно. И это еще не все. Две новинки, то есть одна новинка, две упаковки. Это скраб для губ. Я давно мечтала, чтобы Oriflame выпустили такой продукт. У всех есть, а у нас нету. Малюсенький тюбик 15 миллилитров, имейте в виду, потому что многие не обращают внимания на объем, потом получают маленькие тюбики и говорят: это все? Ну, во-первых, это для губ, площадь губ не очень большая, поэтому 15 миллилитров, я думаю, хватит надолго. Так, бесподобно пахнет. Я капельку возьму, попробую на руке поскрабировать, что получится. Так, тюбик вот сюда поставлю. Ну, вы знаете, скраб настолько мягенький, нежненький, очень густая текстура, как будто это даже воск, а не просто какой-то бальзамчик. Очень густое масло, вот так я вам скажу. И легкие-легкие частички, они не крупные, но они чувствуются, отшелушивающие. То есть пилинг должен быть хорошим. У нас же девчонки попробовали, сказали, что ощущение великолепное. А пахнет как вкусно, экзотическими фруктами пахнет. Так, я салфетку не приготовила, останусь пока в скрабе. Круто, давайте я его закрою, это мой. Сейчас побегу губы скрабировать, пробовать, прям нетерпение. Коробочку можно будет сразу в макулатуру, кстати, такая коробочка симпатичная тоже. Смотрите, какой приятный подарок, да? Так вот можно просто подарить, или я думаю, что люди с удовольствием будут такие вещи покупать, потому что за губами нужно ухаживать, они требуют и питания, и убрать шелушки какие-то. Я вот очень люблю такие средства. И это еще не все, я урвала себе еще, так скажем, 5 масочек взяла пока впрок, у меня просто еще их штук 20 есть, но я думаю, возьму еще. Точно хлеба не просят и лишними не будут, потому что для моих волос эта маска просто идеальна. Я люблю, конечно, кондиционерами пользуюсь, ну и масками, так как нравится, думаю, нужно брать больше. С манго это просто моя любовь, они подходят, эти маски, для любых волос, а особенно рекомендуется для окрашенных. Вот попробуйте. И, кстати, я пробовала эту маску наносить прям от корней и до конца волос, супер. Не жирнятся корни, не теряется объем, то есть наоборот, они такие все пышные получаются, поэтому попробуйте, может быть, вам тоже понравится. Кстати, это рекомендовала одна из зрительниц, она написала, что она так делает, и я думаю, надо попробовать, интересно. Ну вот получилось. Так, под заказ одно средство смягчающее со смородиной, клиентка уже брала, и так она обрадовалась, когда увидела скидку, говорит: ой, возьми мне еще. Я взяла несколько кусочков мыла, здесь есть под заказ с оливой. Себе, конечно, я набрала еще с маракуйей и ананасом, это что-то фантастическое, вкусное. Вот, с оливой три штуки, это под заказ. И осталось у нас два героя, два гвоздя программы. Этот аромат Giordani Gold Aqua, ой, мистер Giordani Aqua и мисс Giordani Intense. Получается, что если вы заказываете мужской аромат, то женский предлагается по очень выгодной цене. По-моему, выходит 399 рублей, по-моему, всего цена для нас. А этот аромат мне вложили как официальному обозревателю. То есть я на него буду записывать отдельный обзор, но мы сейчас с вами его сразу откроем и попробуем. Потому что в любом случае, прежде чем записать обзор, мне нужно будет его подегустировать, чтобы Миша с ним походил, посмотреть его стойкость, как он мне откликнется. Ну вот упаковка Giordani всегда мне нравится. Цвет такой красивый. Я бы хотела цвет автомобиля такой. Мне очень нравится, такой небесно-голубой, насыщенный.
Сам флакон тоже красивый, он весь такой какой-то рифленый, колпачок тоже красивый. Попробуем. Но в любом случае нужно нюхать от мужской кожи. Так. Оп. Я его из пробника нюхала, мне он уже понравился. Он мне напомнил, знаете, какой аромат, если вы помните, был, как же он назывался, тоже женский, мужской, Midsummer, помните? Вот он мне очень напоминает, такие свежие нотки, свежий прохладный аромат, легонько сладость даже чувствуется, но он однозначно приятный. Я думаю, что он найдет отклик в сердцах у очень многих мужчин и женщин, особенно по акции. И чего я больше всего ждала, это аромат Giordani, Miss Giordani Intense. У меня такая история с этим ароматом. Я его купила себе, мне он очень понравился. Я пришла к клиентке, я, кстати, уже вам рассказывала. Она говорит, слушай, хочу понюхать. Я говорю, не вопрос, принесла ей свой. А я им уже раза три пшикалась. То есть я уже знала, что он мне очень нравится. Я себе брала всю коллекцию. И крем для душа, и лосьон для тела. Я просто покорена этой серией. Она открыла. Я говорю, можешь на себя побрызгать? Мне не жалко, это мой. О, это он. Она его побрызгала. Такая. И говорит, а сколько стоит? Он тогда стоил, по-моему, с акцией был рублей 750, может быть 800. И она так достает деньги, мне отдает. Я говорю, подожди, 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 я тебе новый закажу. А мне не отдает мой, говорит, ну все, я его забираю, это тебе деньги. Я говорю, не-не-не, я тебе новый закажу, уже принесу через 3 дня. Она такая, а-а, нет, себе закажи, а я этот заберу, мне душиться нечем. И все, и тут ничего не скажешь, она за прилавком просто его убрала, и все, скандалить же не будешь. И знаете, я в тот момент почему-то не стала его перезаказывать, не помню, то ли его на складе не было, то ли я подумала, как обычно, ну потом уж, ладно. Как я его люблю, я так рада, что он ко мне вернулся, вот спустя столько времени. Я о нем всегда думала и думаю, вот как-нибудь он будет прям по какой-то акции классной, и я его обязательно возьму. И вот настал мой звездный час. Он мой, я счастлива. И обзор, в общем-то, наш подходит к концу, потому что коробочка пустая, и осталась только стопка каталогов. Вот такая огромная стопка. Вы не падайте в обморок, пожалуйста, но что я делаю с этими каталогами? Я их раздам людям. Я себе их не оставлю, конечно. У меня всегда один каталог только мой остается, такой толстый, очень толстый каталог. Кстати, если сравнивать с другим, мне кажется, он намного толще. Или мне кажется, он толще предыдущий, вот, который сейчас идет, он намного толще. Слушайте, это здорово. Но он, правда, тяжелый. Носить такие каталоги тяжелее. Замечательно. Нас снова будут баловать какими-то классными предложениями. Я уже заглянула одним глазочком в этот каталог, и я влюбилась сразу в некоторые продукты. Как обычно, ждем с нетерпением новинок. Там будет новая коллекция аксессуаров. Там просто чудесно. Вот, все, я вам показала, похвалилась, действительно много всего интересного. Я думаю, что вы тоже себя классно побаловали. Делитесь комментариями, что вам особенно понравилось, какие впечатления от новинок, нравится, не нравится. Делитесь всем опытом, потому что многие люди читают комментарии, и основываясь уже на ваши комментарии, честные отзывы, люди делают заказы или не делают. То есть таким образом мы помогаем людям сделать правильный выбор. И я вас благодарю за внимание. Оставайтесь на нашем канале. Я вас очень люблю. Ставьте лайк, если видео полезное. И до новых встреч. С вами была Лилия. Пока-пока.